Всем привет, решила наконец записать новую игру от компании EasyTech. Называется «Великий завоеватель Рим». Так, и вот у меня здесь главный мы находимся. Здесь у нас есть режим компании, режим завоевания, режим сената. Компания, соответственно. Соответственно, играем мы здесь в компании. Вот они здесь все. Ты помыл? Почти. Так, второй режим это завоевание. Здесь я, в принципе, прошел вот одну кампанию, открыл. Еще, ну, вторую кампанию, второе завоевание еще у меня. Здесь, сначала, когда, в общем, эту игру обитал, у меня здесь было только две кампании, сейчас добавили недавно. Эпоха Августа или время Августа, ну, время эпоха. И плюс третий у нас еще режим, это Сенат, тут я, как я понял. Ну, я не совсем еще это в этой игре разобрался. Тут, как я понял, вызывает способности. И так далее. Так, о. Это бонус я опять получил. 1200. Так, делаем назад. Сейчас он. Так. Возвращаемся к компании. И пройдем на обучающую компанию сначала. Это первая компания «Пуническая война». Так, ну тут пока только две, похоже, даже что две миссии, но не знаю, сколько всего. Я думаю, может быть, здесь как обучающих две, а там будет побольше. Здесь, в общем-то, это 18-й год, и показывают, ну, то, что мы, какой приз мы получим. Это 300 монет и 30 еще каких-то значков. Так, ну ладно, я сейчас... Так, все, я вернулся.
нажимаем начать. Так, вот нам показывает, что нам нужно делать. Битва при Тицине. Ну, здесь степенные командиры будут вас сражать в этой битве. Вот такой вот, в общем-то, разработчик, такой минус разработчикам от меня. Фанаты этих игр в России, так они даже помнят, как не могут здесь русский язык сделать. Тут только можем генералов принимать. Показывает нам, куда нужно перемещаться, ну и... и другое. И так далее. Ну и что? Что дальше? А, вон пока. Ага. Что это означает? Понял? Так, вот нам показывают, видимо, генералов, что ли? А, типа... мои голубые, они как раз эти мои противники, это что-то такое. Так, совершаем ход. Честно говоря, ждал я тут много игр, хотя бы каких-то сражений, но в принципе здесь как-то плохо тыкать. Вот такого сражения. Ну, позже есть какая-то анимация там, битва еще. В общем-то, на этом и заканчивается. Все, дальше сами, что ли, должны справляться. Советы закончились. Ну, я вообще-то появляюсь, что примерно могу ориентироваться. Можем солдат нанимать в городах, в казармах. Давайте кавалерию наймем. Денег у нас тут навал. Можем вообще даже, как говорится, ни в чем себе не отказывать. И можем прокачивать города. Оп. Вот так вот. А, типа только нам нужно убить, что ли? Не понял. Ладно, завершаем ход. А, еще здесь такая фишка появилась, это то, что что-то вроде древа технологий, то есть ты развиваешь как бы технологию. Фига себе, камушки на спине летят. Смертоносные. У нас лучники явно мощнее. А, то, что нужно, в общем... уничтожить одного ключевого юнита, да? Ноль из одного, ноль из двух это. Так. Это будет смотреть, какая победа, да? Нифига себе. Всего 5 ходов надо. А, вот они, то есть юнит ключевые, как я понял. Вот замерзли мне тогда. А то я не сразу сообразил, что это не требуется.
Все, один есть. Вот здесь можно сделать технологии, но здесь мне, в принципе, технологии сейчас не нужны, тут всего 5 ходов делать. Можно вот так вот двойной отряд делать. Но это тоже, в принципе, сейчас особо так не нужно. А, это не мой генерал, сейчас завершаем ход. Плюс здесь есть такое ограничение на армию. У нас сейчас не больше 33 репликов. Ну там где по 2, где по сколько репликов отряды занимают. В общем, не больше 33. В общем-то, это ограничение, что гражданский сейчас оно нисколько не влияет, в принципе. Так, четвертый из 5 ходов. Так, ну и что? А какие еще у нас здесь цели? Непонятно. Решаем ход. Если даже кроме семейства вообще тут играет, это первая такая попытка для этой компании сделать игру по древнему миру. До этого в основном там, ну, максимум наполеонских войн, самая ранняя игра по наполеонских войн, там Первая мировая, Вторая мировая. Так, в общем, двух ключевых. Ну, в принципе, мне кажется, нас все выполнили уже. Мне кажется, или нет? Или какая у нас здесь цель вообще? Короче, да, ну, мы прошли, победили. Получили свой приз. То есть таким значком обозначает то, что мы прошли. И следующий у нас будет миссия, это битва при Требии. Но мы на этом закончим на сегодня.